В США Федеральная комиссия по связи выступила за отмену принципа сетевой нейтральности, который был принят 7 лет назад по инициативе администрации бывшего американского президента Барака Обамы. В соответствии с этим принципом интернет-провайдерам запрещалось блокировать какие-либо сайты или затруднять к ним доступ. Провайдеры были обязаны обеспечивать одинаковую скорость соединения со всеми интернет-ресурсами. Решение об отмене принципа было принято в результате голосования 3 голосами против 2. При этом за отмену нейтральности выступили представители республиканцев, а за сохранение – демократы. Я не согласна. Не согласна с этим закрученным, юридически поверхностным, вредным для потребителей, выгодным для корпораций, разрушающим свободу интернета решением. За отмену сетевой нейтральности активно выступал нынешний председатель комиссии Эйжит Пай, который был назначен на свой пост президентом страны Дональдом Трампом. Это не дело правительства выбирать победителей и проигравших в интернет-экономике. Для всех должны быть единые требования, и пусть потребители решают, кто победитель. В поддержку принятых при Обаме правил выступала Демократическая партия, а также ряд крупных компаний, среди которых Amazon, Facebook, Google, Mozilla, Twitter и Netflix. Между тем, крупные американские интернет-провайдеры приветствовали решение комиссии, поскольку, как отмечает ряд экспертов, новые правила могут помочь им заметно увеличить прибыль.